Самарский проект занял второе место в фестивале стрит-арта Приволжского федерального округа «Форм Арт». Победители были определены в ходе торжественной церемонии, проходившей в онлайн-формате с подключением всех регионов округа. На финальном этапе традиционно проводилось общественное голосование, в котором мог принять участие любой житель России. А также за финалистов отдельно голосовали эксперты регионального и федерального уровней. Всего в голосовании приняли участие более 111 тысяч человек и около 90 экспертов, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Администрация Кировского района в своем телеграм-канале приглашает жителей принять участие в Большом этнографическом диктанте. Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России. Принять участие в диктанте можно онлайн до 8 ноября. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября. 4 ноября в Самаре пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году мероприятия акции будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции». В муниципальных библиотеках состоятся лекции, дегустации, творческие мастер-классы, авторские экскурсии, этноконцертные программы, квесты, тематические выставки и выступления творческих коллективов. В муниципальных домах культуры пройдет просмотр художественных фильмов, интерактивные программы и патриотические концерты. В муниципальных музеях города будут организованы авторские экскурсии, выставки, лекции, информирует телеграм-канал Департамента культуры и молодежной политики Самары.